Сегодня разберемся с лотком стиральной машины. Очень многие не знают маркировку и для чего эти отсеки 1, 2 и 3 предназначены. Есть три отсека: первый, второй и третий, обозначенные римскими или арабскими. Третий отсек может быть обозначен звездочкой или цветочком. Первый отсек предназначен для стирки с предварительным замачиванием. В других целях он практически не используется. Второй отсек основной. В него кладут порошок или гель. Он задействован во всех программах. Жидкий порошок заливать тоже в этот отсек. Третий отсек для жидкостей. Кондиционер, ополаскиватель или отбеливатель. Он еще может быть обозначен звездочкой или цветочком. Помните об этих правилах, и ваша стиральная машина прослужит намного дольше. Спасибо за внимание, всем удачи, пока. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.